Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел вам показать один цветок. Если посмотреть на растение, он похож на кактус. Но это не кактус, это сапелия. И цветок очень красивый. Расцветает он всего на один день. Через один день уже умирает. Вчера был бутон, а сегодня он уже с утра расцвел. Вот такое. Красивый цветок. Просто на народе его называют вонючкой. Да, действительно, он немножко запахнет неприятно. У некоторых сразу расцветает по три цветка, а у нас расцвел один. Но если посмотреть внимательно, вот видите, там внутри еще один бутончик есть. Вот, вон там один бутончик есть. Но цветок, конечно, действительно очень красивый. Очень красивый. Вот так он выглядит. Вот издалека. Могу приблизить. Разновидность данного растения около 100 видов. В природе растет он в Африке. И назвали его в честь ученого голландского Стапеля. Врача.